как наши молитвы друг о друге влияют на клипу и на духовную на святость. Наши молитвы — это самая большая сила, когда мы с помощью наших молитв можем на самом деле исправить все. Все. То, что Творец создал клипу, мы можем преодолеть все, что Он создал, и даже превратить клипу в святость. И все это с помощью изменения взаимоотношений между нами и раскрыть, что все плохие вещи находятся только в связи между нами и ни в каком другом месте. Нет плохого мира. Зло находится между людьми. И даже из этого отношения плохого между людьми мы излучаем это зло на уровне меньших человеческом, на уровне неживой, растительный и животный. И поэтому мы начинаем видеть в этом мире так много отрицательных явлений, и в природе тоже окружающей нас. И поэтому все это зависит от отношений между людьми, и только исправление между людьми исправит все. Дальше.